Здравствуйте, друзья. Сдали мы домик. Вот, и пришли показать Светлане. А как по отчеству Светлану? Владимировна. Светлана Владимировна. Вы на самом деле очень похожи с Мариной лицами. Очень-очень похожи. Это мама Марины Могилка. Я Светлану только что спросил. Я говорю, не боитесь ли вы камеры? Вот что вы мне ответили? Имею дочь блогера, уже мало чего боишься, особенно камеры. А дочь вас тоже снимает? Ну, скажем так, я всегда где-то в кадре сзади, на заднем фоне, я часто очень понял, мелькаю в нее. Понял, хорошо. Так, а давайте я вас секрет какой-нибудь спрошу. А вот вы с Димой, значит, son-in-law, как сказать, муж, вы так дружите? Да, очень хороший. Да, он вас как зовет? По имени? Он меня зовут Светлана. Ага, понял. Не то, что там демократично. Мама. Не, уже прошли все времена, мне кажется. Уже сейчас никто не называет маму. Ну, а было время. Друзья, значит, мы видим новый элемент на нашей стройке, которого тут раньше не было. Вот мы видим вот это газибо, такую беседочку. Ну, вроде как она, значит, вот такая беседочка. Ее оттащили туда, к забору, чтобы она не занимала много места здесь. Вот я отойду, покажу. Вот так. Да, а домик мы сдали. И вот буквально в субботу, сейчас у нас четверг, а в субботу заедут жильцы. Тут еще какие-то странные элементы в кустах. Вот я думаю, что это, ё-моё? Это что такое? Очень интересный в кустах у нас тут рояль обнаружился. В общем, надо будет Светлане сказать. Ну и вот мы пришли посмотреть. Да видите, там еще какой-то хлам, который надо вывести. Очень важно было освободить гараж, потому что, ну так, все хорошо, но людям же надо машину ставить. В общем, так мы вот приехали посмотреть, что у нас тут. Помните, была белая труба, торчала? Торчала белая труба, а вот теперь стал вот такой сток. Надели крышку, подрезали эту трубу, надели на нее крышечку. Вот так теперь выглядит. А вот там еще одна, вот тоже отрезали. Торчала большая. Отрезали, и если нужно будет когда-нибудь что-то подчистить, там куда-то вот сюда залезут, крышку снимут, и туда там каким-нибудь щупом начнут прочищать. Здесь уже довольно чисто. Светлана, вы следите за нашими видео, и вы наблюдали за этой стройкой, по ходу стройки. Да. Живьем и в кадре как? В чем разница? Во-первых, цвета, да, то есть в кадре оно как-то все, наверное, вот более-менее однотонное смотрится, да. Вот живьем вот этот цвет, он играет гораздо больше. Баклажанный вот этот. Да, то есть он гораздо ярче. Но самое главное, что объем совсем другой. Больше, то есть, да. Мне кажется, что вот, ну, я представляла, что дом достаточно большой, да, но когда вот ты в него заходишь, особенно коридор, да, как бы, так. Вот он совсем... Света, сними, пожалуйста, куртку, потому что говорят, что света в жизни гораздо меньше, чем вот смотрите, в кадре. Вот смотрите, я ее возьму вот так вот, я ее просто вот возьму, вот ее вот раз, вот смотрите, вот ее же нету, ее же в половину стало. Друзья. Все равно камер добавляет лишних 6 килограмм. Потому что куртка, вот она вот... Ну, да. Говорят, телевизионщики говорят, что 10. Даже 10. Особо 10. Важно телевизионщики. Ну, представляете, 10 важно. Я не знаю, к вам тоже добавляется? Вы так это... Нет, оно избирается. Я же не телевизионщик. Ну, разве Марине добавляется там 10 килограмм? Ну, Марина заметно не будет вообще. Она худенькая. Марина, другая проблема. Ей бы кто добавил килограммов, да, она бы их взяла. Она может же пойти там в зал там и накачаться? Ну, может, но она балетом больше занимается. То есть и сейчас тоже продолжает. Ну, периодически, да, балет и йога. А у нее есть там, знаете, какой-то станок там какой-то? Да, у них в доме есть станок. Она включает себе там в Вагановское училище второй класс. И ее очень устраивает по уровню. И она там полтора часа фигачит балет. Да вы чего? Да. У нее растяжка прям на шпагат с любой ноги. Чтобы то есть это просто как наркотик уже? Или ей зачем-то? Нет, это как образ жизни. Ну да, привыкаешь. Да. У нас, друзья, Светлана... Вот, расскажи, Свет, как тебе вдруг захотелось заниматься между занятиями? Да, совершенно неожиданно. Вчера я сидела целый день, писала бумаги какие-то, потом я встала и вдруг подумала, а я хочу пойти позаниматься спортом. И мне сама мысль это показалась дикой. И это было между занятиями спортом, то есть между занятиями с тренером? Да, да. И мне сама мысль показалась дикой, потому что, чтобы я
Да, желание позаниматься спортом, вместо того, чтобы, например, в кресле сидеть. Да. Это было вообще что-то. Я пошла позаниматься. Светочка, давай так, мы заканчиваем этот сюжет, да. Пойдем к следующему. Я закончу этот сюжет, тогда сгрутитесь тогда, две Светланы. А ты запомни, у как нас... это желание нужно загадать, когда между... Это когда между, а да. Я напротив. Значит, такой анекдот, как к вопросу о твоей физкультуре. Значит, как жена спрашивает мужа, говорит, Абрам, когда мы ходим в туалет, мы это что делаем, умственный труд или физический? Нет. Что это? И он сказал, Света, он сказал, это умственный, потому что был бы физический, мы бы кого-то наняли. И Света, а ты сама, Света, захотела вот физическим трудом, и это, конечно, вот такое перерождение. Нет, это эндорфины. Эндорфины. Эндорфины, друзья, а эндорфины. Никогда. Неправильно. Света, это вот, это, но тут, в данном случае на коммунистов не свяжешь, не свалишь, нет, это тренер.